Ну а в Штатах тем временем падают памятники. В городе Дарем активисты сбросили с постамента статую солдата армии Конфедерации, которая во время гражданской войны выступала за сохранение рабства. Участники акции выступали против расизма и фашизма. Напомню, из-за планов городских властей снести памятник генералу конфедерату Роберту Ли начались массовые протесты в Шарлоттсвилле. Они переросли в стычки и беспорядки. Серьезные травмы получили более 30 человек. Одна женщина погибла. Сейчас в Вирджинии введено чрезвычайное положение.